sei dada mi sa me mor. Ti mare vina 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 mi ma me mor. Все, здоровье, все, как всегда, Эдвард на связи. Твое космическое настроение, бам-бам, уже здесь. Все, как обещал, бам-бам, видосик. Вася, по плану, поехали. Let's go, baby. У меня сегодня фруктоедение, охреневающие фруктики, потому что я уже полопал. Вы прикиньте, сегодня охренеть какой, просто безумный. А что так ни хрена в спину дует? Сегодня такой охреневающий денечек, в спину капец дует. Чаечек космический с лимончиком. Лимон, видите? Ой, Вася узбекский. Я ему сказал, если ты обманешь меня, принесу обратно вот этот вялый. Он говорит, вопросы, брат. Я говорю, всегда обращайся. Короче, слушайте. Я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, я только что вышел из ванны. Это самое охреневающее. Я, кстати, у меня, прикиньте, сегодня, ну да, получается, сегодня, понедельник, священный день. Объясню, почему. Потому что понедельник – это единственный день, когда Вася нет катка. Потому что на катке технический день. Они там проводят уборку, ну типа проводят, я не знаю, я в это не верю. Мне кажется, он просто стоит. Как говорится, отдыхает от бедолаг. Ой, это вообще просто чисто капец. Я что думал? Что я сегодня проснусь, высплюсь, все будет охреневающе и тому подобное. Нет, хрен там плавал. Я вообще не выспался. Я сегодня проснулся в 9. Я уже сегодня... Если вы знали, сколько я делишек за сегодняшний день переделал, у вас бы просто закружилась голова. Серьезно, это просто дикость. Но ничего, завтра выспимся. И самого интересного... Значит, я даже на самом деле не знаю, с чего начать. Во-первых, у нас не так много времени. Мне нужно вечерком отъехать. И во-вторых, быстренько, да, пройдемся поверхностно. Понятно, что здесь можно, как говорится, видос на час записать. Но я не могу, я занят. Серьезно. И самого интересного, прикиньте, вчера чуть не познакомился с девушкой. Капец, вы прикиньте, Бог меня спас. Значит, слушайте ситуацию. Я тупо еду, разговариваю по телефону, ну, точнее, по наушникам. Мама позвонила. Я говорю, мам, я говорю, что ты назваешь? Я говорю, ты знаешь, я на катке, зачем мне звонишь? Она говорит, ну, чтобы убедиться, что все. Я говорю, это понятно. И девчонка подъезжает. Говорит, привет, говорит, классно катаешься. А я ее видел, получается, позавчера, в субботу видел. Я говорю, спасибо. Я говорю, ты тоже неплохо там на коньках стоишь. Она говорит, ой, говорит, и такая, хи-хи-хи-хи. Что за смех? Я ей хотел показать, как надо. Надо начинать с ха. Понимаете? Ха. А только потом уже, ха-ха-ха, потом уже понеслось. А она вот это, хи-хи. Странный смех у девушки, вот этого я не понимаю. Но, ха-ха-ха, и она самое главное мне говорит, я тебя вчера, и все. И тупо, короче, просто поток людей. Вы даже себе представить не можете. Насколько просто миллион людей. На самом деле, блин, капец. Я на безумие рад, что просто миллион людей. Я, прикиньте, думал, ни у кого бабок нет. Оказалось, ни хрена. У всех бабки есть. Все ноют, что денег нет. Но все на катке. Я посчитал, думаю, ни хрена. Сколько бам-бам-бам ездит нормально так. А говорят, денег нет. Так вот. И она получается, я тебя вчера, и вы прикиньте, а я в наушниках уже все, музыка не играет, выключил. Тупо, прикиньте, слышу за спиной. Я поворачиваюсь, вы даже себе представить не можете. Туша, не соврать, килограмм 120, просто круглый покемон, баба, короче, охренеть. Несется, орет, я даже не представляю, как она разогнала этот локомотив, но она тупо разогналась. Понятное дело, что тормозить она, видать, не умеет, раз она орёт. Она тупо разогналась и летит, короче. Я голову так просто поворачиваю, я понимаю, сейчас нас несет. А я у мамы сын один, я, естественно, Потапок бам-бам дал. Что случилось с этой девчонкой, я не знаю. Потому что я уехал, а там было очень много людей. Ну, наверное, она ее задавила просто. Либо на нее упала. Ну и все. Как говорится, и общение закончилось. Чему я безумно рад. Охренели. А вы прикиньте, если бы я остановился, я бы с ней дальше стал бы базарить и все. Я бы замерз.
Не, конечно, я понимаю, там закон со все дела. Но я приезжаю на каток не знакомиться, а работать над собой каждый день. Вы на самом деле себе даже представить не можете, насколько это просто чисто круто. Я, знаете, вот... Я не могу сказать, что я устаю, потому что, ну, это такое слово, оно мне на самом деле не нравится. Я действительно устаю, просто мне кажется, что все равно как-никак, ну вот устаю, оно какое-то, ну, некрасиво. А подустал, оно такое, можно сказать, и не устал, и, как говорится, подустал. Более такое современное. Один мне говорит, что ты, говорит, там, тренировки у тебя... Хрень собачья. Ты иди, говорит, в офисе поработай. Я ему говорю, а ты иди, говорю, потренируйся. И мы посмотрим, что хрень, а что не хрень. Я ему всегда говорю, ротик на оф, бам-бам. Не забывайся. Смотрите, яблочко хреневающее. Фуджи. Все как всегда. Сейчас будем. Блин, я забыл эту, прикиньте. Чесалку. Ладно, не буду вставать. Ножом захреначим. Вчера это вообще просто жесть. Сижу, короче, коньки напяливаю. Мужик сидит с бабой. Мужик такой смотрит, а у них, короче, они в прокат взяли коньки. Вы даже себе представить не можете, какая там очередь в прокате. Вы серьезно, вы себе даже... А, я видос записывал, что? Ну, правда, не здесь. Поэтому, скорее всего, половина из вас не видели. А те, кто шарит, те видели. Так вот, я видос записывал, охренеть. Очередь просто до конца павильона... Тупо на прокат коньков. То есть, либо сдать, либо забрать. Ну, в зависимости от того, у кого там что. Кто-то, может быть, уже отмучился, а кто-то только будет мучиться. С этими мокрыми коньками, блин, это капец. Те, кто берут коньки на прокат, как говорится, мне вас безумно жаль. Серьезно, от чистого сердца вам соболезную. Какие там коньки, вы прикиньте, тупо сломанный ботинок, они воняют безумно. Кататься в них, естественно, невозможно. В них ходить-то невозможно. Одна, кстати, это вообще капец. Одна, короче, вышла. Ну, понятно, что она, да, как говорится, русский язык, да, еще не до конца выучила. Ну, гость столицы, сами понимаете. Она такая, короче, вышла. Ну, я не знаю, муж это, отец, брат. Сейчас хрен разберешь. Сейчас, может быть, ну, знаете, молодой, а оказалось муж. А может быть, молодой сын. А может быть, молодой любовник. Откуда я знаю? Я, если честно, не вдавался в подробности, конечно. И она такая, короче, выходит. Тупо, прикиньте, короче, разбегается. Сначала, там такие, там же получается это резиновое покрытие. Кататься человек абсолютно не умеет. Она бежит, ноги в разные стороны. Вот такие, короче, поняли? Как фристайл, короче. Типа разбегается, короче. Тупо выбегает на лед. Падает. Такая встает, говорит, ебат. Ой, капец вообще. Я на ней усался, я говорю, ты даешь, конечно, красава, говорю, русский язык выучила. Видите, те, кто к нам приезжают, они начинают понемножку втягиваться и понимать русский язык, потому что русский язык, он охренеть как могучий и богатый, поэтому, ну, как бы, понимаете, да, сами, обычными словами невозможно описать вот эту охреневающую эмоцию, которая с тобой происходит, поэтому, видите, все счастливы. Все красавчики, все развиваются. Так вот, сижу и, короче, коньки напяливаю. Мужик говорит, а они с бабой вместе сидят, перебываются, короче. У них, естественно, это все сломано, непонятно что. Он говорит, слушай, мальчик, а ты где такие коньки взял? В начале павильона, говорит, в Б или в А? А там, получается, там два разделения. Я ему говорю, он там, в дальнем, в Б. Он говорит, смотри, говорит, Люд, а что, говорит, мы такие не взяли? Че, говорит, мы такие не взяли, как будто не вид. Мои коньки и прокатные коньки. Господи, когда к людям придут мозги? Никогда. Я говорю, идите быстрее. Я говорю, может быть, еще схватите. Я говорю, может, получится вас испытать, попытать. Всех остальных. Я говорю, ну, естественно, я говорю, ну, понятное дело, вам нужно будет отстоять в очереди. Он такой посмотрел на очередь, и он говорит, тогда уже в следующий раз. Я говорю, ну, правильно. Я говорю, нужно сразу просто говорить. Давайте хорошие коньки, я говорю, они там из-под полы вам достанут такие, как у меня. Я говорю, а если вы говорите просто в прокат, он говорит, о, типа, на будущее буду знать, спасибо. Я говорю, то-то же. Приятно, когда люди тебя благодарят. Красавчики, вот это просто чисто даже приятно слушать. Вообще.
Так вот, я, короче, вышел. Лед, прикиньте, плюс-минус, наверное, минут 40 и просто напрочь убит. Вообще невозможно кататься. Там, кстати, прикиньте, один дед постоянно катается. Он каждый год катается, каждый день, как я. Говорит мне, говорит, в удовольствие в одно кататься. Я говорю, дедуль, ну ясен пень, в удовольствие. Ты бесплатно проходишь, а другие платно. А он говорит, а я бы платно проходил. Я говорю, да, конечно. Не надо лапшу вешать на локаторы. Он бы платно проходил. Господи, как я вот этих людей не люблю. Когда тупо стоит и врет тебе, даже не краснеет. Он бы ходил бы. Я говорю, там пенсии твоей не хватит ходить. Куда бы ты ходил? В музей бы, наверное, ходил бы. Такие вообще просто чисто. Врут все на каждом шагу. А когда понимаешь, что надо платить, сразу найдут 1000 отговорок. У меня, кстати, прикиньте, знакомый звонит мне, говорит, что, говорит, каток открыли, я вопросов подъеду, тебя сниму, будем кататься, видео, у меня там, я уже какую-то камеру купил, что-то еще, короче. Я ему говорю, когда? Когда ты приедешь? Он говорит, да хоть завтра, мне пофиг. А это было воскресенье. Я говорю, давай. Он говорит, скидывай сайт, говорит, что, где покупать? Я говорю, а ты что, доисторический динозавр? Я говорю, птеродактиль, что ли? Я говорю, тебе не дано в Google зайти посмотреть? Он, короче, зашел, скидывает мне страничку, говорит, это, говорит? Я говорю, ну там сайт один, наверное, это. Он говорит, вопросов подъеду. С тех пор больше его никто не видел и не слышал. Наверное, увидел билет, охренел. А он, кстати, знаете, он не готов работать. Вот мне на самом деле не нравятся люди, которые чисто только трепятся языком. А такие, которые что-либо делают, их просто единицы. Все такие львы толстые. Все умеют. Все охреневающе. Один ко мне подъезжает, говорит, катаюсь, говорит, уже полгода. Говорит, а примерно сколько, говорит, нужно еще месяцев, чтобы дотянуть до твоего уровня? Я говорю, ну, примерно десятки лет просто. Он говорит, каких лет? Я говорю, не лет, десятки лет. Я говорю, дед, я говорю, что у тебя с ушами? Он на меня вылупился. Понимаете? Все ждут очень быстрых результатов. Всем кажется, что учиться гонять на коньках – это хреновня. Месяц, два, ну, максимум год. И все, я буду лучше среди всех лучших. Это далеко не так. Мой стаж уже до хрена лет, скажу вам так, и постоянно есть над чем работать. То есть, как бы окружающие просто прутся от твоего катания. Господи, вы даже себе представить не можете. Когда ты просто пролетаешь, как бешеный, мимо какой-нибудь мадамочки, она такая на тебя, она говорит, это тот мальчик. Я говорю, здоровья. Меня, кстати, уже половина катка знают, что я, как говорится, молния Маквин. Нет, вы, это серьезно, это очень круто. Знаете, когда ты в жизни хоть что-то из себя представляешь, это охренеть как, это просто бешеное уважение. Когда ты не просто чисто трепишь языком, а хоть что-то из себя представляешь, когда ты просто чисто делаешь что-то настолько профессионально, что люди охреневают просто чисто от твоего катания. У людей просто мурашки по телу от того, как ты гоняешь. Это реально круто. Желаю каждому из вас чего-то достигнуть в своем любимом деле и стать чисто профессионалом. И совсем не важно, будут вас показывать по телевизору, не будут вас показывать. Это все бред. Это такие мелочи, серьезно. Вы должны работать не для кого-то. И не для кого-то. А вы должны работать для себя. Для себя любимого. Вы должны изо дня в день становиться только лучше. И абсолютно без разницы. Кто вам что скажет, кому там нравится, кому не нравится. Вот просто чисто, понимаете, вот охренеть. С одной стороны, блин, ну капец, эмоции реально зашкаливают. Я, конечно, стараюсь все через телефон передать, но это невозможно, реально. Прямо вот здесь реально бешеная такая энергетика, прям хочется реально орать. Я, вы знаете, чисто записываю видосы, да, по-ледовому. Кстати, тоже не здесь.
Поэтому, кто хочет посмотреть, ищите. Многие меня спрашивают, а почему не здесь? А потому что предыдущие ролики надо смотреть. А одна мне, прикиньте, вообще пишет. Она, говорит, посмотрела половину, не поняла. А не надо смотреть половину. Мои ролики надо смотреть до конца, понимаешь? Если у тебя нет времени, не смотри. Либо, если у тебя... А, ну все правильно. Если у нее нет времени, она может не смотреть. Не. Хотя, что за бред? В смысле, у нее нет времени. Отменила все свои дела, села спокойно, сделала себе чаечек, фруктики, включила мой видос и смотришь, кайфуешь. Ты посмотри на нее, у нее времени нет. А, мадемуазеля из «Газели». Так вот, я, получается, все видосы же снимаю от первого лица. Соответственно, я вот пересматриваю свои видосы, еду домой, честно признаюсь. И я понимаю, что вот эту скорость невозможно через... Нет, когда тебя кто-то снимает со стороны, скорость охренеть как заметна на фоне остальных. А когда я сам снимаю, я просто в какой-то момент тоже расстраиваюсь, потому что хочется вам показать ту самую скорость, те самые, знаете, просто чисто, что вы как будто погрузились чисто в меня, что просто посмотрели и ощутили на себе... Вот это просто драйв, вот это просто чисто бешеный. Вот эту энергетику, вот это просто чисто вот эту безумную скорость. Как говорится, тест-драйв от энергии, ебари! Не, реально. Но, к сожалению, невозможно. Надо, чтобы меня кто-то снимал со стороны. Кстати, из охреневающих новостей, как раз, бам-бам, поскольку мы к этому пришли. Ни хрена 16 минут сижу, нормально, мне уже уходить надо. Так вот. Вчера мне один написал в директ, говорит, типа, где катаешься? Я говорю, парень Горького, я говорю, приезжай. Он говорит, ну давай, типа, завтра подскочу. Ну, я надеюсь, все не тот, как мой знакомый, подскочит и выскочит. А надеюсь, он приедет. Он попросил меня, чтобы я посмотрел по технике катания, что там у него. Он мне скинул несколько видосов, но он любитель. Там, как говорится, печаль полная. Там исправлять и исправлять. Просто, понимаете, многие считают, что если ты на коньках разогнался, если ты летишь просто, да, как сайгак, значит, ты круто катаешься. А тормозить не надо, никто не задумывается, как тормозить хотя бы. Когда у тебя вот так вот колени в разные стороны, ноги куда-то, голова куда-то там уходит, это, поясница просто там поет медленный вальс. Так не пойдет, это все хреновня. Я, знаете... Уже сколько лет на тот каток гоняю. И могу сказать, да не то, что на тот каток, на все катки. Даже те, которые занимаются профессионально, хоккеисты, у них тупо нет техники. Они вот катаются просто чисто разболтанно. Поясница не собрана, в коленях не согнуты, как фигуристы на прямых ногах. Вот так, как солдаты. Такого быть не должно. Точнее, как не должно. Такое есть. Этому никто не учит. А потому что тренера сами не знают, как кататься. Потому что они тупо стоят, руки в брюки. Я видел, как занимаются просто с ними. Стоит руки в брюки. Хрен его знает. Чему ты можешь научить, если ты стоишь, не рассказываешь, не показываешь, а тупо на словах. Я же уже говорил, что на словах ты можешь быть охренеть, ты можешь быть гением. Ты можешь знать абсолютно все о катании. Перечитать миллион энциклопедий. А хрен толку, если ты в жизни никогда ни разу не катался, если даже не знаешь, что это, если даже ощущений нет. Что такое коньки? Как вообще? Из чего складывается катание? Как ухаживать за этими коньками? Какие коньки бывают? На какие категории делятся? На какие колодки делятся? Что нужно для размера, чтобы подобрать точно? А не покупать на 5 размеров больше, потому что в магазине только этот размер был. У меня, кстати, прикиньте, один знакомый попросил, чтобы я ему коньки подобрал. Размеры, колодку, прям все четко. Я поехал с ним в магазин. У нас, короче, в магазинах, ну, кто в танке не знает, есть сканер стопы. То есть ты становишься, сканер это все сканирует, тебе говорит, какая у тебя полнота стопы. Есть Дэшка, есть Ешка, ну да, но сейчас фиты. То есть самая узкая стопа, средняя, широкая. И подбирает, естественно, тебе размер.
Но это все хрень собачья. Я лично поэтому не ориентируюсь. Смотрите, хурмычка, бам-бам. Ой, королек фантастический. Я поэтому у сканера не ориентируюсь, объясню почему. Потому что он мне размер показывает неправильно. Он мне показывает полноту стопы правильно, но размер показывает охренеть как неправильно. Поэтому нужно ориентироваться, чисто вот мерить старым дедовским способом. Когда вы сели спокойно, стелька в стельку, посмотрели сколько. Потому что коньки должны подбираться просто миллиметр к миллиметру. Вы должны просто чувствовать, если где-то давит, там косточки, еще что-то. Если изначально, да охренеть, кости. Если изначально вы натянули на себя коньки и чувствуете, вы завязали, чувствуете охренеть дискомфорт. Не надо ни в коем случае их брать. Возможно, нужно присмотреться к другой вообще модели. А возможно, полнота не ваша. А возможно, модель не ваша. Там тоже все сложно. Многие, знаете, думают, что типа коньки, да коньки, какая разница. Просто те, которые понимают профессионалы, сколько стоят коньки, на какие категории делятся, какие бывают лезвия и тому подобное. Это тоже, это до хрена нюансов, серьезно. Просто, знаете, вот у меня, допустим, знакомый есть. Он велосипедист. А у его знакомого, получается, есть его знакомый. Он тоже велосипедист. Он себе недавно купил велосипед 600 тысяч. Прикиньте, тупо 600 тысяч. Я поехал даже на него посмотреть. Я говорю, ни хрена, говорю, ты, блин. Я говорю, ну у тебя и машина. Я говорю, ты прикинь, я говорю, ты мог бэху купить. Так постояли, короче, посмеялись. Просто на самом деле, я не считаю, что это дорого. Потому что чисто человек занимается профессионально. Естественно, человек просто об этом мечтал. Человеку это нужно. Человек этого достиг. Есть какой-нибудь Вася, диванный эксперт там, да? Будет орать, ты что, совсем больной? Где твои мозги? Понятное дело, что он, наверное, подумает, ни хрена. Это сколько бутылок пива. А тот человек, который разбирается в спорте, который этому отдал всю жизнь, он считает, что это нормальная цена. Не, ну понятно, она запредельно космическая. Безусловно, но... Извини, ты за это и платишь. Ты уплатишь за удобство. Ты платишь за бренд. Ты платишь чисто за различные там какие-то свои фишки, нюансы, технология. Это кажется, что хреновня. Вот, допустим, те, вот по катанию могу сказать, те, которые катаются на любительских коньках, никогда в жизни не будут кататься как профессионалы. Не потому, что они деревяки, у них не получаются, или они там какие-то не такие. А потому что коньков нормальных нет. А от коньков абсолютно все зависит. Как у тебя располагается стопа, насколько плотно, понимаете? Лезвие, безумную роль играет лезвие. Даже если у вас профессиональные коньки, а лезвие от любительских, будь не то скольжение, будь не те перебежки, будь не то торможение, тоже до хрена всего, серьезно. Просто нужно в этом разбираться. Поэтому, как вот многие мне говорят, а что ты не попробуешь в биатлоне себя? А что ты не... Да потому что мне это не нужно. У меня чисто есть одно направление, как говорится. Я по нему топлю. Потому что нужно как-то изначально исходить из того, что ты умеешь. Что вот у тебя получается охреневающе всего. Я чисто, вот смотрите, вот у меня фитнес, растяжка. Ну, можно сказать, катание на коньках. Я в хоккей уже давно ушел. Катание на коньках, скоростное. Я чисто от этого просто получаю безумное удовольствие. Если бы мне сказали, ворачивайся в хоккей, все будем оплачивать, я бы не вернулся бы. Я чисто от этого, я уже перегорел, мне неинтересно этим заниматься. Вот это на себя форма, постоянно вонючий, это шайба, клюшка, тяжело, блин, бегаешь, непонятно, силовые. Не мое это. Хотя изначально, если бы не хоккей, наверное, я бы на коньках вообще бы не катался. А кто там знает, как бы там оно сложилось, правильно? Стал бы каким-нибудь, я не знаю, футболистом, правильно? Баскетболистом, да кем угодно. По спортсменскому. По спортсменскому уровню. Поэтому тоже все индивидуально.
Безумно благодарен родителям, что они меня отдали. Хоккей. Я для себя чего-то достиг. Лично вообще, вот для меня чисто спорт, он мне помог достигнуть всего, чего я только в детстве, можно сказать, мечтал. О чем я мечтал? Сначала ты работаешь на репутацию, а потом она работает на тебя. Это охренеть как круто, когда ты просто заходишь на каток, тебя все знают. С тобой все здороваются, тебя капец как все уважают, потому что все видят, что не просто тупо стоишь, сосиску в тесте ешь, а реально работаешь над собой. Это серьезно дорогого стоит. И самое главное, это реально просто очень круто заслужить еще уважение. Когда тебя уважает не только там персонал, но и охранники в том числе. Он этот, который... проверял у меня бананки, это, носки и тому подобное. Вчера мне попался. Уже мне стал улыбаться. Может, он видос посмотрел мой. Я, если честно, не знаю, короче. Но в любом случае приятно. Когда ты стабильно ходишь, когда у тебя есть какое-то постоянство, когда ты предан своему делу, когда ты за дня в день подбираешь заветные мечты, тебя узнают. С тобой начинают здороваться. Тебя начинают уважать. А когда ты катаешься раз в год и думаешь, допустим, что уже катаешься лет 5, а на самом деле ты катаешься 5 раз в год. Ой, за эти 5 лет. А не 5 лет у тебя стаж. Это две разные вещи. Просто многие этого не понимают. Но, собственно, наверное, правильно жизнь распорядилась. Вообще, жизнь реально тренирующая штука. Когда, знаете, чисто жизнь так распорядилась, что у тебя не может что-либо получиться, если ты сидишь тупо на диване. У людей, у которых просто чисто вот они хотят, ну, никогда ничего в жизни не будет. Вот как бы они ни хотели, но все равно, ну, никогда это не случится. А если ты изо дня в день хоть какие-то усилия прикладываешь, пускай у тебя не будет получаться, пускай не так все красочно, пускай охренеть, как будет тяжело. Да на самом деле не бывает нелегко, бывает всегда тяжело. Не бывает такого, что ты раз там пришел там, в любой спорт или в любой бизнес, у тебя дела поперли, бабки, компаньоны, все отлично, ты там уже в золоте купаешь. Не бывает такого. Все познается, во-первых, в сравнении, а во-вторых, ко всему нужно прийти. Это реально очень тяжело, но оно того стоит. Когда, знаете, вот ты смотришь на себя, на старого, я там листаю, допустим, фотки там, 15-й год, 12-й год, я охренеть, я понимаю, блин, прогресс просто налицо, просто космический. Я считаю, что это вообще просто чисто круто меняться в лучшую сторону. И самое главное, никому ничего не доказывать, потому что кому нужен, ты уже всем доказал. Самое главное, доказывать самому себе, что ты просто чисто красавчик. Нужно заниматься в кайф. Нужно просто найти вот дело, от которого тебе просто будет реально башу сносить. Вот, допустим, сейчас, да, вот честно, устаю ли я от тренировок? Ну, как сказать? Ну, я бы сказал, наверное, да, устаю. Ну, потому что у меня 3 трени в день, вы прикиньте. Но мне это безумно нравится. И я это никогда не брошу. Я от этого кайфую. Я вот кайфую чисто, знаете, вот просто чисто, вот ты выходишь с катка, это просто безумное, вот опять же, через телефон не передать эмоции, это реально просто безумная космическая вот эта усталость, легкая, когда у тебя просто тупо ноги как бивни, забиты до безумия, ты думаешь, блин, сейчас бы растянуться, я уже как Пиноккио, короче, ну ты просто вот идешь, ноги уже не идут, ты не выходишь с катка, ты выползаешь с катка, легкая такая усталость. Ты идешь, вообще ничего не хочется, блин, капец, и ты понимаешь, что да, вот ты сегодня выложился. Ты стал лучшей версией вчерашнего себя. Вы прикиньте, вчера кофеечек попил, господи, как будто просто чисто перезарядился. Сделал один глоточек, настроение просто реально в космос улетело. Поэтому занимайтесь любимым делом, найдите для себя ту самую охреневающую фишку в жизни, от чего вы кайфуете. И вы будете реально самым счастливым на планете Земля. Всех обнял, всех поднял. Ни хрена опять. Полчаса вы меня заболтали. Все, давайте побежим.